знаю, и женщина сверху закричала: «Горим!» Мы все выскочили, одели, что попало, и все. Все осталось там. Вот, все сгорело. Прошедший на прошлой неделе пожар на улице Пионерской в считанные минуты лишил хозяина этого четырехэтажного дома и крыши над головой, и бизнеса. Он сдавал комнаты в найм. На поддержку города в этом случае рассчитывать невозможно. Частная собственность и не застрахована. И таких случаев по городу множество. А по закону компенсировать потерю своей частной собственности за счет городского бюджета, то есть средств других сочинцев, нельзя. Что бы ни случилось в городе, наши горожане идут сразу же прямиком в администрацию, либо района, либо города. Мы ограничены в своих возможностях и практически не имеем никаких средств для того, чтобы оказывать помощь после, скажем, трагедии. Но большинство, они до сих пор не могут понять, что они просят помощи у того органа, у которых нет этих полномочий. А я сразу же вам хочу сказать, на восстановление мебели утерянной при, скажем, наводнениях, пожаре, никто ничего не возмещает. От оползней, наводнений, пожаров никто не застрахован. Но обезопасить себя горожане от потери своего жилья могут. Обязательное страхование применяется только в ипотеках. В некредитных случаях собственникам нужно самим позаботиться о своем имуществе. В Сочи, к сожалению, отсутствует культура страхования своего имущества. Люди надеются на авось, от чего сами и страдают. Поэтому в ряде муниципалитетов нашего края введена новая практика. Край еще в 2015 году, учитывая всю массовые события, которые творились на территории края в то время, применил такую методику, которая в Москве применяется давно. Там в платежках уже есть такая строка: хочешь плати, не хочешь не плати. Но ответственность ты несешь сам. От привычки отходить, что кто-то нам что-то должен, уже надо давно пора. Надо привыкать к тому, что мы сами себе все это делаем, да, и обеспечиваем себе защиту своего же собственного имущества. Больше года в крае реализуется программа по созданию единой системы добровольного страхования жилых помещений населения Краснодарского края. В Сочи уже 2 года обязательства по страхованию выполняет компания «Ресогарантия». Порядка 700 договоров на сегодняшний день есть между гражданами ЕСО-гарантии, а компенсируется в случае убытка это следующим образом. То есть 70% это выплачивается компанией ЕСО-гарантия, 30% выплачивается при поддержке краевого фонда. Стоимость договора страхования невысокая, действует на территории всего Краснодарского края. Вот только застраховать свое жилье можно на 500 тысяч и 1 000 000 рублей. Если это квартира, то при сумме в 500 000 в год страховка обойдется всего в 900 рублей. Если дом, то на 450 рублей больше. Страховка на 1 000 000 обойдется в 1800 и 2700 рублей соответственно. Если же речь идет о более высокой страховой сумме, соответствующей рыночной цене жилья, то компания, так же как и другие страховщики, готова предоставить свои предложения. При этом страхуется только помещение, а не мебель и бытовая техника. Поэтому при покупке полиса необходимо на месте выяснять все детали. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.